Ну что же, всем привет! Я продолжаю прохождение Spyro Reignited Trilogy, а именно Spyro 3, Year of the Dragon. Ну и вроде как я понятия теперь не имею, куда я могу отправиться. Я могу сходить сюда, это один уровень. И по идее все, больше уровней я тут не вижу, на которых я не был, хотя я могу и ошибаться. Но по ходу дела разберемся. И бамбу террас, бамбуковая терраса. Я могу ошибаться, но этот уровень явно имеет отношение к Китаю, судя по тому, как стилизован просто портал. Погнали. И да, он полностью стилизован под Китай. А это довольно милые панды. Сразу оглядываюсь, потому что в самом начале уже за спиной могут быть кристаллы, и так оно и оказалось. Ну и посмотрим, что нам скажет панда, а нет, еще не посмотрим. И это Райнек с фейерверками. Думаю, они полетят в меня. Линлинг. Спайро, Райнеки досаждают нам в целый день. Что-то их рабочие не могут там... Типа у них не... Типа не в состоянии доставить количество бамбука, которое необходимо, чтобы перебросить тебя... На Infinite Lake? Понятно, мы пытались попросить их уйти, но они нас не слушают. Сразу видно то, что это мирные жители, потому что мы пытались просто попросить их уйти, но они не уходят. И мы теперь не знаем, что с этим делать. Ты мне что-нибудь скажешь? Нет, ты просто решил убежать. А после того, как ты установишься? Нет, я так понял, твоя задача просто двери открывать. Угу, так оно и оказалось. Блин, здесь все так миленько. А что ж то? Так. Ну я опять же пробегу, соберу кристаллы. К вам я еще даже идти не хочу. А на уровне у меня 500 кристаллов и 6 яиц. Ну, впрочем, как всегда. А с вами все-таки можно взаимодействовать. Вообще не хочется, если честно. Мы особо ничего путного не говорите. Вы попросили просто Райнеков уйти. Это как бы дало понять, что от вас толку вообще никакого. Ну и как мне попасть повыше? Здесь вообще просто так яйцо валяется. Двайт! Двайт. Я это прочитал. Чё ж вы все ноете-то, прям как я? Не надо... Не будьте как я, это плохо. Так. Здорово! Успел все-таки. А, я понял, я должен их спасать для того, чтобы они все толпой что-то там сделали. Разработчики, я ненавижу, когда вы суете зеленые кристаллы в траву. А вот и мост. А может быть, там было, как сказать, изначально сказано то, что у нас недостаточно рабочих, ну, чтобы открыть мост. Возможно, так оно и было. Заметили, какой я хладнокровный? Я пытаюсь сделать вид, что мне ни разу не обидно то, что я упал. А чё вы все зарезались-то опять? Ненавижу вас. Не надо резаться. Теперь придется всех уничтожать. Здорово. Вы серьезно? Я иду прямо за вами. Я это пропустить могу? Да, могу. Спасибо. Я уж упертый, я попытаюсь второй раз это сделать. На этот раз более адекватно. Вот у нас что, собственно говоря, он надеялся. Ага, там снова яйцо. Зато я теперь хотя бы знаю, как туда попасть. Мэдисон. Такс. Ну, здесь я вроде как собрал все. Все же собрал. Почему Спаркс показывает, что что-то внизу тут есть? А, ну потому что тут озеро, точно. Это же озеро. Или просто лужа.
Ну а теперь собрал все, и Спаркс показывает, что остальные кристаллы находятся чуточку дальше. Что удобно. А, ты вражина. Я просто не сразу сообразил. Если бы они не мыкали, я бы и не понял, что они там стоят. Так что спасибо, что вы это делаете. Так сказать, даете себя обнаружить. Так, я так понял, что даете, я не могу. Ну, пойдем сюда. Гори. Гори. Довольно странное сооружение. Оно просто выглядело так, будто с ним можно было взаимодействовать, но нифига подобного. И тут игра резко вспоминает, что на платформе. А я резко забываю, что играю в платформер. Там были кристаллики. Там были грёбаные кристаллики. Где-то еще они есть. Я могу нырнуть. Я могу нырнуть. Еще что-нибудь? Ну, конечно же. А пролети я это дело просто так, я бы и не заметил это. Так что хорошо, что я упал. Почему он в какие-то моменты долетает, а в какие-то просто падает? Типа, может быть, это зависит еще от дистанции и так далее, типа... Сейчас я прилетел много, и он долетел. Ну, просто, я так понял, порой не стоит нажимать треугольник. А здесь у нас очень много входов, и там грёбаная ваза со знаком вопроса, которая будет путешествовать до начала локации. Обожаю. Типа, а что может быть лучше? 238 кристаллов. Ну, вроде я собрал все. Понятно. Ну, в общем, здесь я не смогу собрать все на 100% по причине того, то, что я еще не подружился с Йети. Классно. То есть на сбор кристаллов яиц здесь уже изначально можно забивать. Но я все-таки этого делать не буду, потому что... Ну, потому что хотя бы соберу все, что есть. Меньше работы потом. Ладно, что ты мне скажешь? Короче говоря, мост, при помощи которого можно сбежать. Почему я не подумал об этом раньше? Я активирую его прямо сейчас. То есть у вас был как бы спасательный мост, и вы про него вспомнили только сейчас. В случае какого-то происшествия вы все сдохнете. Так, мы были бы признательны, если бы ты возьмешь как бы этот подарок в знак признательности. Я, по-моему, сказал, мы были бы признательны в знак признательности. Хотя могу ошибаться, я просто уже порой забываю, что я говорил пару секунд назад. Угу. Я хотя бы знаю, где это место. Уже радует. Яйцекрат. Ладно, побегаем, так уж и быть. Типа, может, активировался, и вы тут как тут? Не, я ж тебя догоню рано или поздно. Я вас ненавижу, NPC. NPC. Ладно, фиг с собой, я пока что пойду лазу, то активирую. А теперь еще ближе. Я туда потом добегу. А ты там, по-моему, остановился. Ну, конечно же. И тут же начал бежать. Так, падать у меня сегодня настроения нет. А я все еще бегу. Главное снова не врезаться в этих вот обитателей этого мира. Будет максимально паршиво. Блин, было бы хорошо его задеть, потому что здесь вот эта вот ваза. Ладно, я этого делать не буду. Вообще где? А, понял. Ну, мы с ним еще один кружочек намотаем. Лишь я его там и собью. Так сказать, выполню несколько дел одновременно. Ага. Вот то место будет прямо сейчас. Получилось. Пиви. Меня телепортировало назад.
Вот вы твари. А нельзя было меня оставить на том же месте, где я был до этого. Просто это бы мне немножечко облегчило задачу. Точнее, время просто сократило. И начало уровня. Угу. А теперь точно начало уровня. Триста девять из 500. Так, вот еще был зеленый гем. Просто знаете, число какое-то нечетное. И мне порой кажется то, что... Нет, секретного прохода здесь нет, я уже параною. Но просто вот, а то вдруг я где-то за Спайра еще провтыкал кристаллики, я-то их не увидел. А Спаркс вот их видит. Но, по-моему, он указывает на локацию за Йети. Если так оно и есть, я просто покину этот уровень. Да, он так и делает. Извини, Спаркс, но Йети только в следующем мире. Так что идем домой. И какие уровни у меня остались не пройдены, мне теперь интересно. Вот это я прошел. За Спаркса я пока что ничего не смогу пройти. Интересненько. Может быть, тут есть уровень? В чем я, кстати, сомневаюсь. Да, так оно оказалось. Айси Пик. Ну, погнали. Снежный уровень. И мне, походу, здесь дадут еще и пострелять. Это классно. Мне уже нравится. Подождите, это враги? Красиво. Еще в этой игре очень странно свет выглядит. Значит, не падает на персонажа. Этот уровень смотрится как-то по-другому по сравнению со всеми. Так, что ты мне скажешь? Что ж, я планировал порыбачить сегодня с Доком, но райники перекрыли путь при помощи льда, и поэтому я не могу пройти через него. Я пытался расчистить путь при помощи этой пушки, но я стреляю довольно паршиво, поэтому я, в общем-то, тупо не могу попасть. Молодец. Ой, мне что, по птицам надо попадать, что ли? А вот если я хочу прицелиться в ящик, мне дадут такую возможность? Возможность-то мне такую дадут. А нафига она мне? Попасть-то я не могу. А вот теперь как-то все стало более-менее логично. Не, ну по птицам так попасть очень сложно, я думаю. Если это реально, то это жуть. Так. Я хочу подпрыгнуть вон туда. А пока Спайра на льду прыгать он не умеет. Здорово. То есть, серьезно? Ради двух кристалликов? Эх, кто я такой, чтобы судить? Мы просто идем дальше. Оттуда, видимо, я просто спущусь. А вот и райники. Упс. Что ты такое? Ты просто уточка. Выглядишь довольно безумно. Я буду рад, если я тебя убью. Тут нет ничего. Какой же лед все-таки красивый. Люблю лед. Какой ты махонький. Ты меньше, чем Спайра. Каково это? Потому что Спайра довольно-таки мелкий персонаж, если сравнить его с тем же Рипто. Меня убивает тот факт, что Спайра назвал его коротышкой, а при этом он меньше, чем Рипто. Крысы. Умрите. Мне почему-то показалось, что не лед ломает, и здесь какие-то трещины. И ощущение, что если я долбану головой, я его проломлю. А, я ж прыгать не умею на льду, точно. Ладно, тогда забудь, что я сказал. Так, Спарс показывает, что здесь есть кристаллы. Здесь есть ТНТ. Ауч. Этого было не избежать. Какой ужас. А чего вы все норовите в меня чем-то выстрелить?
Надоели. Блин, а внизу кристаллы. А если вот так подпрыгну, я его проломлю? Не. И растопить огнем я его, конечно же, не могу, потому что логика. Какая большая ракета. Я хочу ее зажечь, чтобы она полетела вон туда. Как туда попасть, понятия не имею. Кто этому удивлен? Текс. Внизу. А, кстати говоря, по поводу вот этой пушки, она прям вниз может выстрелить? То есть как вариант. Нет, это ее самая низкая. Типа это самый низ. Так, что-нибудь еще можно здесь подстрелить? Вот это можно подстрелить. А вот тут? А тут вот уже нифига. Так, вот там яйцо. Есть несколько проходов. Но вроде бы сломал здесь все, абсолютно все. Окей, это так не работает. А как тогда? И так не работает. А фиг с тобой, позже разберусь. Пока что мне надо вот сюда. Я могу из пушки это сломать. Я мог и рай на кого уничтожить из пушки. Я дурак. Так, ракету ту я уже активировал, ее там и нет из-за этого. Теперь целимся. Огонь. Не попал вот вообще ни разу. Наконец-то. Ну как лед тут сломать, я понятия не имею. Так, теперь надо вон туда. Сколько же здесь разных путей? 500 кристаллов и 6 яиц. Ну, ситуация довольно стандартная. Конечно, надо еще этот лед сломать, да? Угу. Я в ТНТ попаду. Попал. Ну, а здесь просто кнопочка. Нет, ты не успеешь. И ты не успеешь. А вот насчет третьего я не уверен. Он далеко находится. Так, я успел. Сколько же здесь взрывов? Главное не упасть. Ой, теперь главное свалить подальше. Экс. Ну, вроде бы с этим все. Вот это залп. Такого я не ожидал. Срочно нужна бабочка. Так, ты явно враг. Хотя я почему-то думал по-другому. Не знаю почему. Я не знаю, где тут крыса, поэтому мне плевать. Просто сломаю всех. Ну, а там снова райнаки. А, и при помощи вот этого места я смогу добраться в начало уровня. Ой. Ну, конечно же, как же без тебя? Казалось бы, уровень прекрасен. Как можно его испортить, засунуть в него Манибекса? Он сказал то, что стой здесь, Спайро. За этой дверью находится величайшее шоу на Земле. Правильно, танцы на льду. Так, и, в общем-то, билеты доступны. Типа, ну, тебе нужно спешить. 500 гемов, давай. Я знал, что ты культурный дракон. Что ж, проходи, шоу вот-вот начнется. Я могу просто долбануть тебя с этой пушки. Вот мне очень хочется знать. Еще мне непонятно, каким образом мне сломать тот лед. И мне почему-то кажется, что в тех птиц можно как-то попасть. Как понятия не имею. Эх, хоть бы долететь. Ну, долетел. А здесь должен долететь подавно. Я отсюда могу куда-нибудь полететь. Там были кристаллы, я их не заметил. Ладно, ну хотя бы отсюда я их смог увидеть, уже хорошо. Так. Хотя мне казалось, их туда этого не было. Как это работает, я не знаю.
Так, аккуратно. О, привет, чел. А вот и яичко. Мейнард. Так, еще я каким-то образом должен был попасть туда. Как это сделать, понятия не имею. Хотя... Можно посмотреть, туда можно попасть как-то с другой стороны. А каким образом? Что-то вот этот момент я не особо уловил. Что, сюда можно как-то попасть? По-моему, отсюда можно было, хотя вряд ли. Что-то дичь какая-то. А я теперь буду гадать, как это реализовать. Так, это начало уровня, хотя... Я сюда могу каким-то образом попасть. А каким же? Так, давайте все-таки прогуляемся в конец уровня, потому что, мне кажется, после того, как я это сделаю, вопросов станет меньше. Потому что лучше завершить уровень полностью. Потому что после того, как я это сделаю, станет открыто гораздо больше вещей, чем было до этого. Так всегда. Ну и потом еще в портал сходим. Это уже само собой. А вот здесь есть пушка. Как я и говорил. Мне почему-то казалось, что это можно разрушить. Я не знаю почему. Эту стену можно было разрушить. Там кристаллики. Я здесь, хотите сказать, не был. Похоже на то. Ага, тут еще можно куда-то спуститься. Здравствуйте. Люблю находить такие места. Здесь еще один портал. Здорово. Я по тебе не скучал. Здесь уже на уровне как минимум два портала. И что ты мне скажешь? Если он сказал то, что это он разместил эти ледяные блоки, чтобы, в общем-то, Боб не смог его победить в рыболовле. Классно. Если ты... Чет. Классно. Я могу использовать их гондолу тогда, когда захочу. Но пока что в этом смысла нет. Ну и давайте-ка пойдем в тот портал, потому что он находится ближе всего. Ну и потом можно прогуляться по другим местам. Воу. Воу. Такого я не ожидал. Так, а вот этот уродец очень быстрый. Я могу просто разок не допрыгнуть, и все, я труп. Что ж, Бетти. Одним уродцем меньше. Почему Бетти, а там пацан? И еще больше тупых вопросов от меня. Ой, только не говорите, что твой путь будет более заковыристым. Куда он пошел? Я его провтыкал, теперь я несусь фиг пойми как. Он поменял дистанцию из-за меня? Вот это классно. Спасибо, чел. Ты мне упростишь жизнь. Скот. Или скаут. Скорее всего, скаут. Есть ли здесь кристаллы? И где это? Немного непонятно, а как я сюда попал? А, и Спаркс даже не указывает на портал, значит здесь реально есть кристаллы где-то. Ладно, так и быть, прогуляемся. Почему бы и нет? Вот здесь, возможно, где-то кристаллы. Так оно и есть. Это с разбегу надо влететь, да? Да, так оно и оказалось. И это надо с разбегу еще влететь. Ладно, теперь все. Похоже на то. Да, теперь Спаркс вроде как теперь... Теперь Спаркс вроде как указывает на начало уровня. Чего там были кристаллы? Вот это я провтыкал. Ну ладно. Дубль 2.
Это как я сейчас так классно навернулся? Вот тут они. Угу, здорово. Лежат тут. Иди, еще можно повыше подняться. Будет смешно, если я там яйцо найду. Твою ж налево. И где еще кристаллы? Скажите, что уже не здесь. Да, теперь уже не здесь. Я рад. Здесь, можно сказать, я собрал все. Хоть что-то хорошее. Да и по идее я могу здесь собрать абсолютно все кристаллики. Так, это выход с уровня. Еще я могу пойти вот сюда. А вот это местечко. Здесь нет ничего. Я рад. К счастью, Спайра подлетел, а не упал вниз. И 14-я жизнь. Вот это здорово. Отсюда я попаду к яичку. Все, и проходит просто идеально. Рис. И это девочка. В какой-то веке. Хотя это просто моделька обычного дракона, на которую они цепили бантик. Ничего необычного. 440 кристаллов. Осталось одно яйцо и 60 кристалликов. Но мне кажется, то, что последние 60 кристалликов будут у Манибэкса. Такой, приходим на молидовое шоу, а там стоит Хантер. Такой, год делает трюки на скейтборде. Мне кажется, на уровне я собрал все кристаллы. Спаркс говорит об обратном, потому что эти птицы тоже считаются как кристаллы. Здорово. Мне плевать. Да, это ледовое шоу, за которое я получу яйцо. Я понял. В чем суть-то? Every time I start my routine, they come in and smack me with their sticks. Oh, I sure wish I had a partner. Someone courageous, strong, handsome, and purple, who breathes fire. Классно. Вот это она намеки делает. В общем, она говорит, что сегодня ночью мое самое величайшее выступление. А вот эти вот игроки в хоккее собираются мне все испортить. Каждый раз, когда я начинаю танцевать, они приходят и бьют меня своими палками. И я очень хотела бы, чтобы у меня был партнер, кто-то храбрый, сильный, красивый и пурпурный, и кто плюется огнем, а дышит огнем. Кто же это мог быть? Да, я тебе помогу. Мне нужно защитить вот эту вот танцовщицу на льду от злых игроков в хоккей. Спасибо, погнали. Я уже устал. Ну просто, почему здесь такое огромное количество заданий, которые тебя просто заставляют сдохнуть? Окей, почему камера все время фокусируется на ней? Это неудобно, я бы хотел сам вертеть камерой. Зои такая говорит, что твоя камера находится в пассивном состоянии, твоя передаю его в активное. Она и так, считай, уже в активном находится, потому что она порой живет своей жизнью. Я не люблю такое. Где еще уроды? Ага. Два урода по курсу. Один сзади, кстати. Здорово. Вот там еще пара уродов. Или один. Один. Неужели это все? Походу, это все. Мы сделали это. Это было мое лучшее выступление за всю жизнь. Перейдем это так. И, похоже, одному из судей оно не понравилось. Я думала... Короче, он бросил это яйцо в меня, типа, вместо розы.
Почему бы ты не... Типа, не возьми его просто. Керди. Или Серди. Плевать. Нет, я пас. Я не буду твоим партнером еще раз. Мне хватило этого. Да мне плевать, что тебе спешить надо. Просто не трогай меня. Вот только не говорите, что мне сейчас при помощи пушки надо сбивать этих гребаных птиц. Я ни разу ни в одну из них не попал. Это реально издевательство. Попал. Да, за них реально дают кристаллики. Тебя, Рова. И сколько мне так придется выцеливать эту цель? Хит, автология. Я попал. Может быть, здесь еще кто-то хочет полетать? А мне придется теперь возвращаться в самое начало уровня, чтобы позбивать всех этих существ. Мило. Здорово. Стильно, модно, молодежно. Не знаю, почему я повторяю это выражение. 444 из 500. Да, потому что мои кристаллы летают в небе. И какого черта они это делают? Серьезно, по две птицы. В каждую из них надо попасть. Каковы шансы? Пока что мне вообще не везет. Окей, в одну попал. Что ж, теперь будем выцеливать вторую. Попал. Теперь вроде как можно идти подальше. Так, здесь пушки нет. Оно и к счастью. А, точно, там же еще где-то внизу были кристаллы. И вот как попасть туда, мне вот это теперь интересно. Типа здесь явно есть еще один проход. Но что с ним сделать? Это уже другой вопрос. Ну типа, как я понял, пушкой у меня ничего не получится сделать. Так, а здесь я в птиц попадал? Нет, здесь в птиц я не попадал. Еще обидно, что я никаким образом не смогу разбить сейчас тут лед. Но, блин, как-то же он разбивается. Можно я все-таки попаду? Разок. Я хочу пострелить гребаных птиц. Спасибо. Мне казалось, их здесь две. Серьезно, лед таким образом не ломается. Это печально. Значит, он ломается каким-то другим образом. Но просто продолбить головы не работает. Значит, там есть как-то проход снизу. А вот, собственно говоря, и он, я так понял. Я очень сильно сомневаюсь, что я могу вот так вот подлететь и сломать головой. Ладно. Я порой делаю непонятные вещи, но они работают. Я просто гляньте, сколько здесь кристаллов. Все собрал. А вылететь мне отсюда дадут? Или лед слишком плотный? Походу, лед слишком плотный. Почему Спаркс указывает, что где-то сзади кристаллы есть? Я очень сильно надеюсь, то, что я их не провтыкал просто. Это будет очень не очень. Как вариант, я еще просто тут птиц не сбивал всех. Нет, здесь все-таки пустота. Ладно.
Как вариант, здесь где-то еще была пушка. Вот она. А вот и еще пернатые. Да, их как раз двое. Это последние гемы. Ох, это будет очень долго. Я вот хочу попадать. Видимо, кроме меня этого никто не хочет делать. Надо какой-то угол выбрать. И просто шмалять туда. Ну вот как вот тут. Серьезно? Я просчитался на один кристаллик. Спаркс показывает, оно где-то внизу. Только не говорите, что здесь последний кристаллик. Да, так оно и оказалось. 500 из 500 кристаллов, 6 из 6 яиц и уровень завершен на 100%. Какая приятная надпись все-таки. Ну и я могу отсюда валить. Ты тупая, ни на что не способная девчонка! Я поручила тебе одну простую задачу, и ты подвела меня! А сама виновата, нечего было полагаться на ребенка. Но не беспокойся об этом. Теперь я с ними разберусь. Неужели столько проблем из-за каких-то яиц? Без драконов магия вскоре окончательно покинет это место. Без магии я умру. А со мной твой единственный шанс стать колдуньей. А теперь смотри, как настоящая ведьма разбирается со своими врагами. Выпустите меня из этой клетки, вы безжалостные негодяи! Дружок, не хотел бы ты дракона на обед? Как только я выберусь, вы за это ответишь. Теперь болото зеленое. Instincts told me the sorceress would attack you here, so I flew in to help out. It seems my rocket launchers don't affect this creature, but I can assist you by dropping ammunition. Now get in there and fight the good. Что ж, он сказал то, что мои тактические инстинкты сказали мне то, что колдунья будет атаковать тебя именно здесь. Я прилетел, чтобы тебе помочь, но похоже, мои ракеты не наносят ему никакого урона. Но я буду помогать тебе, сбрасывая амуницию. А теперь иди туда и надери ему задницу. А. Делись по-хорошему, там вообще было написано. Ну ладно. Суть одна и та же. Получай. Окей, ты работаешь точно так же, как и Хантер. Во время борьбы с Рипто. Я, собственно, играю точно так же, как... играл во время борьбы с Рипто. Угу. Серьезно, вот давай ты не будешь все в руки врагу кидать. Это не есть хорошо. Но шмаляет пока что только один раз. Думаю, впоследствии он участит это делать. Окей. Он что-то сломал. Теперь здесь огонь. Ой, что это такое? Прикольно. Интересно, я мог бы его дважды задеть? Хотя, мне кажется, нет. Не-н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 е. Так, мне кажется, ты тоже можешь взять эту штуковину. Получилось. Так, и он меня еще даже ни разу не задел. Сейчас заденет, накаркал. Чпоньк. Неужели ему остался один удар? Этот босс легче предыдущего тогда. Все хотите сказать? Это реально все! Моника. Или Моникью какой-нибудь. И сдулся. А,
Снова и снова наша крольчиха. И что ты мне скажешь на этот раз? Listen to me, dragon. Spyro, this is serious now. The sorceress is planning a trap for you, and if she catches you, believe me, you don't want to know what she's going to do. Look, I promise to take good care of the rest of the eggs. I mean it. Just take Hunter and go back home before... I can't say it. Just go. Ну и теперь можно, в принципе, видеть то, что персонаж не такой уж и дерьмовый, а на самом деле она добренькая, миленькая и так далее. Она говорит: слушай, Спайра. Спайра, сейчас серьезно. Колдунья планирует для тебя ловушку, и поверь, если она тебя поймает, ты не хочешь знать, что она с тобой сделает. Смотри, я обещаю, что позабочусь об оставшихся яйцах. Обещаю. Просто бери с собой Хантера и возвращайся домой до того... я не могу сказать это. Просто уходи. Ладно. Я так понял. Это мой путь до босса. Ну а сейчас... Думаю, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, комментируйте. И всем удачи. Всем пока.